что сразу же дало о себе знать. Да. Через 5 минут после кондиционированной прохлады авиасалона я вдруг почувствовал, что мое сердце колотилось, отбивая атаки незнакомого клима. Каждый вздох был маленькой победой организма в ожесточенной схватке. Впоследствии я убедился, что этот тропический пот не оставляет себя ни днем, ни ночью, потому что он порожден влажной жарой. Удушающая влажность превращает всех нас в амфибий. В амфибии ты непрерывно вдыхаешь вместе с воздухом воду,